здесь бегают невесты. Здесь ходят люди-гимнасты какие-то. Много-много белых кроссовок, преимущественно женских, размер 37-38, мы подберем, звоните. Немного джинсов, немного снова подтанцовки. Итак, это второй день конкурса молодых исполнителей. Вообще замечательный конкурс, много талантливых исполнителей, что радует, что география конкурса исполнительская расширяется. У нас тут и Гвинея была, и Египет, и Куба. На следующий год будет Китай. Вот, так что я думаю, что это замечательно. Ну, эмоции только положительные, конечно, всегда приятно получать призы, когда тебя отмечают, но для меня это толчок вперед, идти дальше, двигаться. Я уверен, что у нас дальше все получится. Обладателем специального приза мира и диплома лауреата второй премии конкурса становится Мила Нитич, Украина! Обладателем специального приза мира и диплома лауреата первой премии конкурса становится Эбре, Казахстан. Решением международного жюри конкурса специального приза мира и диплома обладателя гран-при удостоен Марчел Рошка, Румыния. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.